Привет. О, что, сразу к делу? Может, расскажешь, что происходит? Ты про Флина? Да, могла предупредить. И пропустить такое шоу? Кроме того, мне было не так просто тебя найти. Ха, уж кто бы говорил. О, ты что, ревнуешь? В конце концов, не забывай, кто от кого ушел. Даже не думай ревновать. Погоди-ка, Хлоя. Если тебя это утешит, мои отношения с Флином сугубо деловые. Правда? Ну, практически. Ой. Когда я узнала, что он напал на след, я подумала, ты не захочешь это пропустить. Что предлагаешь? Как обычно, крадем сокровища, находим корабли и смываемся. С Флином? Угу. А потом? А потом делим добычу, и мы с тобой просто исчезаем. Вместе в этот раз. Ясно. Но только он не должен ничего знать. Он разозлится. Он переживет. Я знаю. Еще не передумал? Предпочел бы иметь пушку. Не потребуется. Ради собственного спокойствия.
Флинн, это просто музейная охрана. И мы знаем ее расположение. Спокойно. Спокойно? Спокойно. Ты представляешь себе турецкую тюрьму? Ты понимаешь, что нас просто запрут и выбросят чертов ключ? Надеюсь, тебе это понятно? Лучше, чем тебе. Может, тебе и нравится такая перспектива, мне нет. Мы не можем допустить ошибку и не допустим. Это здесь. Сюда. Так что, если мы нарвемся на патруль? Тогда и разберемся. То есть, куда кривая вывезет? Это называется импровизировать. Ах, вот оно что. У меня гибкое мышление. Мышление? Вот ведь самомнение. Вот. Что я вам говорил? Вон там мы проберемся, прямо к музею. Ну, будем надеяться. Тебе стоит больше доверять мне. Ладно, я пойду вот здесь. Помните, эта башня — единственный путь в музей. Но сначала надо погасить прожекторы. Разберемся. Электричество надо отрубить раньше, чем мы дойдем до второго двора. Будет сделано. Я буду ждать в машине в условленном месте. Главное, чтобы все успели вовремя унести ноги. Постараемся. Хватит болтать. За дело. Хлоя, увидимся на той стороне. Жду не дождусь. Ты точно знаешь, куда идти? Разумеется, знаю. Ты что, разве не любишь бегать в мокрых джинсах?